В ходе ОРМ-обследования были обнаружены провода, ведущие к строению, расположенному в деревне Канготово, никому не принадлежащим. Обследование проводилось у Вафина Фарита. Вот присутствуют у нас понятые, которые наблюдают за всеми оперативными мероприятиями. Заходим в помещение сарая. Кирилл Викторович, включите видеокамеру. Так, фотоаппарат. Так, здесь мы обнаружили, предположительно, рыбу осетровых видов. Упакованная в полимерный пакет. Каждая ларь, предположительно, на 500 литров. С левой стороны также обнаружили ларь с мягкой еще рыбой, не замерзшей. Также каждая упакована в полимерный пакет. Сейчас каждая будет посчитана поштучно и упакована в соответствии с нормами упаковки.